Значит, в двух словах о нашем литобъединении. Оно у нас существует больше 50 лет. У истоков стоял еще журналист Медведев, правильно, Феликс? Да. Медведев. Значит, в составе литобъединения сейчас числится тоже человек 50, но это в основном у нас вот старые гвардии. И вот сейчас я хочу предоставить первым делом слово нашей дорогой Валентине Николаевне Марковой. В свое время Валентина Николаевна была у нас руководителем литобъединения, вела очень активную работу, я слышала много хороших положительных воспоминаний, добрых отзывов о ее работе. Валентина Николаевна. Спасибо. В то время, когда она была у нас руководителем, считается золотым временем литобъединения «Радуга». В моем сердечке живет моя семья, школа и вы, мои неутомимые читатели, для которых я пишу. Дети уже сказали, что литературное объединение «Радуга» я пришла в 66-м году. Это было время расцвета литературы, искусства, когда дома культуры, клубы собирали молодежь, слушали внимательно поэтов, композиторов. Литературное объединение «Радуга» приезжали такие известные поэты, как Владимир Андреевич Костров, приезжал Андрей Вознесенский, Евгений Александрович Евтушенко. Сейчас я работаю в школе уже больше 40 лет. Учу детей русскому языку и литературе. Учу беречь и ценить благозвучное русское слово. Непокоренная страна. Жила бы страна родная, и нету других забот. Лев Ашанин. Когда закончится февраль, войду весну без промедления. Капризный март срывает шаль, ведет тепло и обновление. Ему ли не дано понять на этом праведном пути все можно в жизни потерять, а можно разом обрести. И далеко ходить не надо, лишь только руку протяни за мир. И это не бравада, воюют русские сыны. И там, в кровавой Украине, весна в боях и в свисте пуль, в военных сводках и в помине, в молитвах выживших бабуль за наших русских, до победы по всей планете бьет война за всем, что отстояли деды. Непокоренная страна. Зачем? Ты зачем полюбила поэта за его золотые слова? Юрий Кузнецов. Влюбилась не в поэта, а в стихи, пожизненно мне ставшими родными. Слова в них сразу стали так близки, они и правда были золотыми. В беде и в счастье, следуя за мной, и на пути тернистом защищая, они сроднились навсегда с душой, надежностью своей оберегая. И этих уз ничем не разорвать, им нет конца, и нет у них предела. Зачем искусство, сладостная власть моей судьбой и жизнью завладела. Секрет. А? Секрет. А, секрет.
Цветные сны. Цветные сны являются однажды. Без стука и тревожно, и любя. И как глоток живой воды от жажды спасают неожиданно меня, то в прошлое уводят без согласия. Я ничего не в силах изменить, и возвращают мне обрывки счастья. Ошибок неисправленную нить, цветные сны из пустоты мгновенно не перервать, не изменить, не возвратить. Приходит иногда и откровенно ко мне наедине поговорить. Ну и последнее такое небольшое стихотворение называется «Подарок». Подарили двух щенят, на меня они глядят круглыми глазами. Познакомься с нами, старший губит, знаменит, забывает и храпит. А Зизу молчанием рад, не такой, как старший брат. Не подарок, а мучение, нужно адское терпение. Утро стянут одеяло, просыпайся, солнце встало. И сидят у двери хитренькие звери. Посадила в клетку, выломали сетку. Как же их угомонить? Может, просто полюбить?